Привет, друзья! И сегодня у нас очередная распаковочка товаров с AliExpress. Сегодня мы рассмотрим товары для маленькой девочки, например. Это у нас платье, а здесь у нас одеяло. Давайте посмотрим, как был запакован этот товар, например. Вот продавец нам прислал бумажку, чтобы мы оставили положительный отзыв. Вот само одеяло. Пришло достаточно быстро. Стоит около $7. Также, друзья, не забываем про кэшбэк, который возвращает от 8,5%. Я им пользуюсь, и потому оставлю вам ссылочку под описанием. Напомню, что чтобы воспользоваться кэшбэком, нужно зарегистрироваться по ссылочке ниже, перейти в кабинет и сделать ссылку на нужен товар, и по этой ссылке совершить покупку. Тогда вам будет засчитан кэшбэк. Все же оставлю ссылочку на видео, как подробнее этим пользоваться. Так что смотрите, друзья, всю информацию в описании под этим видео. Итак, давайте перейдем к нашему одеялу. Бирочки какие-то. Такое довольно приятное на ощупь. Что у нас здесь? Размер 80 на 100 соответствует, 100% полиэстер. Ну, давайте все же измерим. Рулетка 80, здесь 80 есть. Ну, я думаю, по длине также есть метр. Да, друзья. Ровно 80 на 100. Вот такой вот приятный цвет. Такой вот рисунок. Такие вот рисунки приятные. Также есть и другая раскраска. Заходите, смотрите, выбирайте, покупайте, если что. Ну, что хочу сказать. Довольно-таки приятное на ощупь. Теплое одеяло для малышей. Так, отставим в сторонку и перейдем к следующей распаковочке. Это у нас платье для девочки. Возрастом от 13 до 18 месяцев. Стоимость его $6,5. Также ссылочка будет в описании. Вот так вот оно пришло. Size, color. Здесь ничего не написано. Стоит оно $6,5. Аккуратно пошито. Ниточек нигде не видно. Такой вот бантик здесь. Ну, что-то торчит, но это не от него. Хороший продавец. Отправил быстро. Ну, здесь вот какая-то ниточка есть, да? Но это можно отрезать легко. Ну вот так. Качество хорошее. Так, 13-18 месяцев. Посмотрим, давайте, по размерам. Здесь вот размер L только есть. По размерам, что у нас есть. Так.
По высоте, длине платья у нас 47-48 сантиметров. На сайте заявлено 47 сантиметров. Ну, соответствует. Рукав у нас, давайте вот плечико померяем. Рукав 31 сантиметр. В плечиках у нас 20. Пошив довольно-таки хороший, качественный. Все ровно. Не криво, не криво, ничего. Могу, ребята, рекомендовать, если вам вот такая вот, не знаю, это называется, снизу видим вот такая вот белая ткань, здесь один с цветочками, второй просто такой вот сеточкой, вторая вот такая вот белая ткань, уже непрозрачная. С этой стороны она так вот прошита, все хорошо. Довольно-таки качественно. Пасочки. Ну вот, друзья, такие вот на сегодня распаковочки у нас. Довольно качественные. Если кому-то понравилось, можете смело покупать. Все ссылочки оставлю под описанием. Также, друзья, не забываем про кэшбэк. Довольно-таки, что товары на AliExpress так дешевые, но еще, используя кэшбэк, вы еще будете больше экономить денег своих. Поэтому переходите, вся информация под видео. Переходите, регистрируйтесь в кэшбэке, переходите на видео, если нужна помощь. Пишите, конечно же, в комментариях, если будут вопросы. Ну и, конечно, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки этому видео, подписываемся на канал. Ну и всем пока.